Наша площадка. Все почти как дома. Ну, дома на нашей сцене. Но на видео сцена театра «Русская песня». На ней через несколько часов наши артисты представят москвичам спектакль «Наводнение». Постановка Сергея Левицкого претендует на «Золотую маску» в номинации «Спектакль малой формы». Сам режиссер и художник представлен сразу на две престижные премии. Актриса Лиана Щетилина, которая исполнит главную роль, номинируется на «Лучшую женскую роль». Получить «Золотую маску» может и Наталья Гара, художник по свету. Я очень волнуюсь, правда. Так, потому что это, наверное, ну, это огромная ответственность, просто огромная ответственность представлять наш театр в Москве на таком престижном фестивале, как «Золотая маска». Мы очень долго к этому шли, я безумно рада, что у нас появилась такая возможность. Спасибо Сергею Александровичу Левицкому, который нас к этому привел. Бурятский театр драмы на той же сцене представит спектакль «Аламжи». Работа участвует в номинациях «Большая форма», «Лучший режиссер» и «Лучший художник». Улан-Удэ можно считать и Республику Бурятия по-настоящему театральной столицей. То, что наши театры на равных конкурируют с лучшими федеральными театрами, там нет разделения региональным либо федеральный театр. Это говорит, прежде всего, о качестве работы нашего театра, об интересных постановке. Итоги будут озвучены 22 апреля на торжественной церемонии в концертном зале «Зарядье». Инесса Дондукова, новости дня.